Здравствуйте, с вами Людмила. Кто любит бисер, как я, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых работ. В этом ролике я покажу зимний букет. Но так как белый цвет снять или серебристый сложно, поэтому я рядом поставила и летний букетик. В предыдущем ролике я делала и показывала технику, как сделать бруснику горстью. В этом ролике я буду 3 таких горсти делать и покажу, как я делаю именно зимний букет. Вот я вам поближе показываю белый и серебряными бусинками. Вот такой букетик. Выглядит, как будто в сугробе. Бусинки в сугробе. И вот такой. Если вам понравилось, продолжайте меня смотреть. Также можно сделать большой букет. У меня тут он цветной, но можно одного цвета сделать. Я вам просто показываю, что можно сделать большой букет. Вот такой большой букет. Все. Можно одного цвета. Или несколько. Вот такие красивые ягодки у меня получились. Сейчас я вас тоже научу. Я вам показываю, что можно сделать с любого цвета. Или летний вариант, или зимний вариант. Любого цвета можно взять бусинки. У меня бусинки 4 миллиметра. 4. Выбирайте, какой цвет вам больше понравится. И также я использовала проволоку номер 3. И бисер я взяла на зимний вариант. Это китайский бисер. Он и не белый, и не серебряный, но он очень мне нравится. Очень мне нравится вот этот бисер. Но можно взять и белый, или чисто серебряный. На летний вариант, конечно, зеленый цвет бисера. Покажу поближе, как этот бисер выглядит. Он мне очень нравится, но у меня нету номера этого бисера. Вот так он выглядит. Он такой серо-серебристый. Очень мне нравится. Очень нравится этот бисер. Я на проволоку номер 3, тройка у меня, набрала много серебряного бисера. Я вам сейчас покажу, как я набираю бусины. Может, вам это тоже пригодится. Я беру свой спиннер, который я сама сделала. Есть ролик. И набираю бусины. Конечно, бусины не набираются как бисер. Но в любом случае это быстрее, чем искать дырочку в каждой бусине. И вот так я набираю. Мне нужно 18 бусинок. Ну вот я набираю и потом отсчитываю. Считаю 6 и 6. Отмеряю 15 сантиметров. Ну, можете больше, меньше, это какой букетик вы хотите. Ну, я примерно 15. Отсчитываю я 6 бусинок, где у меня загиб 15 сантиметров. И отсчитываю 6 бусинок. Складываю пополам. И делаю 2 оборота. Раз, два. И делаю восьмерку. Вот так загибаю. И одну бусинку вот можно прижать вниз. Теперь мне нужно сделать 15
ну, или 15, или 10, я их разные делаю, ножку. Нож, эта бусинка, горсть, будет раскручиваться. Иногда она раскручивается. Или надо держать за нижние бусинки, чтобы она не раскручивалась. Но я за это не переживаю. Главное мне вначале сделать вот эту вот такую закрутку, восьмерку. Сделать вот такую горсть, чтобы у меня был запас проволоки. И теперь я кручу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. У меня горсть не раскрутилась, но очень часто она раскручивается. Если она раскручивается, я просто потом подправляю. Я делаю на разной высоте. Опять беру 6 бусинок. И просто на глаз. Могу выше сделать, могу ниже сделать. Вот так беру. Опять загибаю. Раз, два, делаю восьмерку, вот так скручиваю, прижимаю и опять скручиваю ножку до центральной оси. У меня ягодки раскрутились, но у меня нету проблем еще раз их закрутить. Если я делаю сразу ножку, то у меня потом вот эту восьмерку почти невозможно сделать. Поэтому у меня проблем нету. Беру следующие 6 бусинок и так на глаз. Хочу выше, хочу ниже. Просто вот так на глаз опять складываю на разной высоте, чтобы они были. И делаю третью горсточку. И опять делаю восьмерку. Вот эту бусинку можно прижать. И опять делаю ножку. Скручиваю. У меня опять раскрылось. И я просто опять делаю восьмерку. Загибаю. У меня получилось 3 горсточки. Можно сделать больше, не обязательно 3. И теперь кручу уже ножку. 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Я беру 2 сантиметра и отмеряю бисер. И беру, как мне удобно. Скручиваю листик. Беру, перекидываю проволоку, даже не кручу, просто перекидываю на другую сторону, вот так поправляю. И опять отмеряю 2 сантиметра. Отмеряю. И делаю следующий листик. Скручиваю. Очень все просто. Легко, красиво. И делаю снова 10 скруток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И опять делаю следующий листик. Отмеряю 2 сантиметра и делаю листик. Я сделала 6 листиков и тоже кручу 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Ну так, 10 раз. Если вы слышите, как мой кот просится, очень сильно просится. Я его отучила от стола, но что-то у него сегодня, наверное, душа артиста проснулась. Но я его не пущу. И также я сплела вот такие веточки. Тут у меня бусинок нету, только бисер. Теперь я раздвигаю бусинки на 3 стороны. Вот так, 3 стороны. Ой, как просится. И делаю лесенку.
приподнимаю немного, разворачиваю. Видите? Опять приподнимаю, разворачиваю, приподнимаю. Веточка у меня готова. Вот я беру таких три веточки. И на одной высоте, я тут ножку делала, скрутку по 10 раз, я объединяю, вот так объединяю, и скручиваю. Делаю это я на одной высоте, по скрутке. Скручиваю ножку. Я сделала 4 вот таких пучка. Теперь я их буду соединять на одной высоте. Вот так складываю и скручиваю. Вот так придерживаю и немножко скручиваю. Беру еще 2 пучка, тоже объединяю их, придерживаю и немного скручиваю. И складываю вместе. Потом я, конечно, расправлю, но пока я... Вот смотрите, как хорошо смотрится. Вот этот бисер. Немножко я подкручиваю. Не сильно, а вот так немножечко подкручиваю. И беру белую флор-ленту. И начинаю закрывать ножку. Немножко я закрыла и добавляю 3 веточки по кругу. Видите, они у меня как бы на одной высоте, и веточки я лесенкой не делала, я оставляю как есть. Вот как скрутила, так и добавляю. Следующую. И третью. И теперь я могу докрутить до конца. Теперь можно немножко расправить. Листиков много, поэтому все красиво, густо все выглядит. Немножечко расправить листики, веточки. Но это уже вы смотрите, как вам понравится. Более раскрытый или более плотные ягодки. И вот так распределяем. Вот такой букетик у меня получился. Легко, быстро, просто. И бисера не очень много уходит, но вот так пушисто все выглядит. Это, конечно, летний вариант. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. До свидания!